Приветствую всех зрителей нашего канала. Сегодня у нас разговор пойдет о том, как высадить клубнику или землянику. Традиционный способ мы уже показывали, рассказывали вам как. Обзор семян тоже делали, поэтому ссылку я на все это дам. Сегодня у меня на повестке дня совершенно нестандартный, необыкновенный способ посадки. Итак, мы должны взять вот такую банку. Может это быть полулитровая банка, может 700-граммовая, выбирайте любую. Главное, чтобы лучший вариант, конечно, если бы горлышко было достаточно широкое. То есть такие маленькие пузатики с широким горлышком. Это прям вот вообще идеальный вариант. Итак, обычная банка. Мы берем вермикулит. Вот я его уже обрезала. Обычный вермикулит, который в таких мешочках продается. Насыпаем в баночку. Заметьте, сейчас я вам покажу, сколько должно быть. Вот так к вам поворачиваем. У нас должно быть вермикулита быть, ну, где-то сантиметра 2-3 слой. Вот такой вот. Далее мы насыпаем грунт. Грунт выбирайте питательный, специально для рассады желательно. Грунт мы вот так постучим, чтобы он утрамбовался и даже много насыпало. Поменьше надо. Лучше бы, конечно, грунт просеять. Но у меня такой сейчас вот нет возможности, поэтому я буду вот так сеять, как есть. Утрамбовываем его. Все прекрасно знают, что семена земляники, клубники прорастают на свету. Они очень мелкие, капризные. Вот этот способ все эти проблемы решает одним махом. Дальше берем воду. Желательно, чтобы она была теплая. Берем эпин. Мне он больше всего нравится. Я не знаю, как-то я с ним всегда работаю. Он себя так хорошо зарекомендовал, работает, не подводит. Вот на такой пол-литра достаточно 2-3 капли. Закрываем. Сбалтываем. И начинаем обрабатывать. В землю увлажняем очень хорошо. Вот здесь вот видно, насколько мы пропитали, смогли пропитать землю. То есть вот, знаете, вот это очень удобно. Когда вот вы видите, будете смотреть за ростом семян, то есть вы будете видеть, насколько слой земли мокрый. Но могу вам сказать, буквально через 2-3-4 дня семена взойдут, и корешки опустятся фактически до вермикулита. Удивительно, но это так. Так, вот смотрите, насколько у меня пропиталась земля. Пропитать ее надо хорошо, хотя бы чтобы сантиметра на 2-3 земля была влажная. Поэтому лейте, не жалейте и ждем, когда грунт все в себя заберет. Вермикулит в данном случае нам служит как дренаж. То есть забирает в себя излишнюю влагу, если такова будет, и будет создавать дополнительную воздухопроницаемость, скажем так. Все, вода у нас ушла. Мы еще раз вот так уплотняем грунт. Я руками делаю. Я все люблю делать руками. Берем клубнику, семена. Я беру вот такой вот обычный... Обычные семена, не какие-то там не супер модные, просто обычную клубнику. Семена высыпаем и начинаем вот так по краешку солить, присаливать. Если у вас семян мало, можете тогда вот именно в середочку насыпать, если вы планируете немного посадить. Если вы планируете большое количество посадить, то можно начать, вот как я показывала, присаливать с краев и уходить к середочке. У меня семян тут немного, поэтому я все выспала в середину. Могу сказать о том, что когда мы высаживаем землянику или клубнику, не беспокойтесь о том, что идет загущен, будет сильно загущены побеги, ростки. И это не страшно. Дело в том, что вот
Как правило, вот такие семена лучше чувствуют себя, когда их много. Никогда они поодиночке растут. Я не знаю, но для меня какая-то загадка такая, но это есть, так оно и есть, что чем гуще они, тем они сильнее, тем они крепче. Слабые побеги сами по себе умрут, если вот вы петунью высаживаете. То здесь вот, ну вы увидите, все я вам покажу. Далее мы еще раз их сбрызнем, вот так. Накрываем вот таким укрывным материалом сверху. Надо взять укрывной материал самый-самый тонкий. И сверху одеваем крышку. И ставим все это в теплое место, светлое, теплое место. Можно даже на подоконник. Могу сказать так, что на второй, третий, четвертый день у вас удивительно, но появятся всходы. И когда они будут расти по мере роста, я буду вам показывать, как за ними ухаживать. Вы спрашиваете, как же мы их будем оттуда доставать? Или как же мы будем их выращивать? Вот когда они будут проклюнуться, семена, и начнут образовывать уже настоящие листочки, мы каждый раз будем присыпать землей. То есть мы присыпали землей, и росточек снова начинает расти. Пытается, как скажем, пробиться через тот слой, который мы немного присыпали земли. И вот этот процесс достаточно раза два-три мы повторим. А потом, когда уже наступит момент, когда нужно пикировать, когда ваша рассада достигнет до вот такого вот уровня, нужно будет начать пикировку. Ну, это тоже не так и сложно. То есть мы берем обычную человеческую вилку, достаем их и рассаживаем. Рассада не болеет, приживается моментально. То есть, в общем, способ этот не просто хороший, он просто на самом деле очень удивительно хороший. И самое интересное, что вот таким способом в банке мы можем посадить не только семена клубники, земляники, также мы можем посадить и петунью, и лобелию, и все семена, которые капризные, мелкие и прорастают на свету. Так что результат я вам покажу буквально через 3-4 дня. Оставайтесь с нами, следите за новостями. Мы начинаем целую рубрику. По многочисленным просьбам будем вместе с вами сажать и баклажаны, и помидоры. Вот в следующий ролик я буду рассказывать о том, как посадить тремя необычными способами баклажаны. Так что следите за новостями. Всем пока!